Здравствуйте, друзья и гости моего канала. Сегодня хочу сделать обзор на 12 июня. Как смотрится мой залетний кухонный участок. Как распушились хосты, как преобразились другие кустарники. Кое-что цветет. И как смотрится в саду. Здесь вот у меня цветет азалия. Зацвела. Вот такая красавица азалия. Так, здесь у меня смотрится так. Клематис ожил, пошел в рост. Здесь цветут петунии вот такие. Флокс шиловидный. Здесь вот такая гехера пятнистая. Роуз. Как-то... Ну, здесь смотрится так, лилейнички, ясколка начинает зацветать. Здесь вот такая спирея, красавица. Здесь тоже ясколочка скоро зацветет. Так, азалию я вам показывала, еще раз покажу. Здесь вот такая петунья. Не знаю, я думала, что это грозовое небо, но это не грозовое небо. И вот не знаю, как называется она. А это вот ледяное небо. Вот так, красавица. Поглядите, какая красота. Там вот такая желтенькая. И вот так смотрится здесь у меня. Здесь и куколка. Вот такая. Здесь и скоро будет распускаться другая азалия. Красенькая такая. Ирисы скоро зацветут. Скоро зацветет княжик махровый. Вот. Здесь у меня смотрится так. Здесь вот такая петунья. Вот. Карамелька гехера. Вот так смотрится. Это вот спирея Golden Princess. Поглядите, какая она красивая. Какая она нарядная прям. Здесь такая большая хоста. Так. Здесь у нас гехера. И вот такая. Она как желто-салатовая такая
косточка. Ой, это с пюре. Такая красавица. Там у меня хакура нишики. Ачитака ветки. Скоро и рис зацветет. Там флокс, как он растопырчатый. Так. Это вот пасконник возле забора. Это китайский лимонник. Это отелло. Бузульник. На дельфинию мы напали гусенички мелкие. Вот опрыскивали дельфиниумы. Так, здесь у меня вот такой барбарис. Такой яркий, такой красивый. Вот. Здесь у меня так смотрится. Лобазник. И калина бульдонож зацвела. У меня калина бульдонож два сорта. Это первый сорт калина бульдонож. У нее шапочки такие мелковатые. А есть, ну, небольшой кустик еще. Калина бульдонож как-то другая. Там у нее шапочки побольше. Это можжевельник. Так, вот здесь у нас калина бульдонож самшит. Здесь хосточки. Седумы. Это золотая хоста, голден. Это варигатная какая-то. Здесь вот такая у нас калиброшка. Вот она зацветает желтеньким, а потом становится вот такая сетчатая сиреневая. Вот. Луки зацветают. Здесь вот такой у нас колеус, розовый пудель. Болеют колеусы, сильно болеют. А это, когда садишь сюда их в грунт, очень болеют. Так. Скоро зацветет жасмин. Это лапчатка кустарниковая гибридная. Можжевельник. Зацвел белый лук декоративный. Камнеломку надо сейчас еще маленько и подстригать надо. Здесь вот такая хосточка, очень красивая хоста. Название не знаю. Раньше мне как-то название не надо было, а сейчас я уже не знаю их. Здесь вот такая хоста. Скоро вероника зацветет, варигатная. Гвоздички, травянки зацветут. Здесь
флокс шиловидный белый. Вот такой. Со звездочкой. Ну, здесь вот у нас кашпо. Вот так смотрится. Ну, еще раз посмотрим. И наши горы. Всем желаю крепкого здоровья, хорошей погоды. У кого стоит жара, дождичка, у кого холодно, тому желаю солнышко. Всем всего доброго и до свидания. Встретимся на моем канале. Пока-пока.